Заместитель главы района Артур Багдасаров провел прием жителей. Ольгу Сионову беспокоит судьба детской площадки на Клементьевской, 72, а на Бульварной, 9, необходимо заасфальтировать тротуар и опилить аварийные деревья. Семь деревьев там. Спилило? Не спилило. Сухих. Сухих, помеченные красным. Их там видно невооруженным глазом. И самое опасное в том, что крона этих деревьев, она над дорогой. То есть вы понимаете, дерево назад падать не будет. Оно будет падать именно на дорогу. А так как у нас там нет тротуара, то есть по этой дороге и ездим, и ходим. Да? Смотрите, те две вышки, две бригады, которые мы имеем, занимаются комплексным благоустройством. Я ни в коем случае вредить людям не собираюсь. Те, которые дворы голосовали комплексное благоустройство. Сейчас было выделено дополнительные средства и отыгрывается контракт. В ближайшее время отыграется контракт на дополнительную бригаду, которая будет заниматься опиловкой. Я вам обещаю, что в первую очередь они приедут спилить эти деревья. Это будет? Вы же знаете, да, федеральный закон перешагнуть нельзя. Любовь Балякина просит восстановить автобусный маршрут номер 29, который ходил через Силково Никола-Кропотки. Это село граничит с Тверской областью. Вопрос по восстановлению автобусного маршрута можно решить только на уровне Министерства Московской области. А представляете, мы ездим по 4,5 часа. Это да что, приехать и уехать? А вы что сейчас просите? Вот как, что бы вы хотели? Хотя бы до Никола-Кропоток нам сделали автобус. Даже маршрутку пусть пустят. Мы уже где только эти вопросы не поднимали. Уже и двойных помогал. Куда только не писали. Из-за вот этого много раз говорили. Участка, который... 800 метров. Да, 800 метров попадает. Мы не бездействуем. Мы уже до кого только не достучались. Но министр транспорта ответы так и не дал. Транспортный вопрос жители села Никола-Кропотки решится, когда через Закубежье построят дорогу. А чтобы этот вопрос решился поскорее, Артур Багдасаров планирует поехать к министру транспорта Московской области вместе с Любовью Балякиной. Полина Иноземцева, Евгений Шевченко. Программа «События».